Вадим Глущенко, директор Центра глобальной IT-кооперации. Наш центр в этом году, как и в прошлом году, организовал две секции на форуме по управлению интернетом. Одна из них была о фрагментации интернета, точнее о предотвращении фрагментации интернета. И в ней приняли участие довольно интересные эксперты из разных стран мира, из разных групп, которые принимают участие в форуме. И самое интересное, на мой взгляд, было то, что наши позиции во многом совпадают, что фрагментация интернета, на самом деле, это проблема, которая беспокоит абсолютно всех, но подходы к ее решению в странах, скажем так, глобального юга, они отличаются от подходов Запада, подходов англосаксонских. И в этом плане наш подход российский, он в чем-то коррелирует с подходом глобального юга. Вторая секция, которую я хотел бы рассказать, это семинар, посвященный тематике метавселенных. Нужно ли там какое-то регулирование, нужны ли какие-то правила? Вот эта сессия прошла вчера, тоже при участии экспертов из самых разных уголков планеты. И мне кажется, тоже она была достаточно успешной. Был интересный фидбэк от аудитории. Ну, в общем, тема злободневная. Мы все сейчас живем в стремительно развивающемся мире технологий. И метавселенная — это реальность уже не завтрашнего дня, а сегодняшнего. Именно поэтому центр выбрал две такие горячие темы, которые мы и подняли на своих секциях. Форум, как все говорят, и я абсолютно с этим согласен, это уникальная ООНовская площадка, на которой любой может принять участие, не только представитель государственных органов, не только представитель страны-члена ООН, но и широкого экспертного сообщества. То есть речь идет и о представителях бизнеса, и гражданского общества, и технического сообщества. Именно в этом, мне кажется, преимущество IGF и его уникальность. Ну, это сложный вопрос, на самом деле, потому что форум действительно в этом году построен на основных направлениях глобального цифрового договора. Это инициатива Генерального секретаря ООН, которая должна быть реализована уже в 2024 году, через осталось немножко полтора года до его подписания. Собственно, вся повестка дня IGF в этом году построена на, соответствует основным темам глобального цифрового договора. И сказать, что какая-то из них осталась не раскрытой, я бы, наверное, не смог, потому что под каждую тему, ну, десятки сессий различного формата были подгаданы, подстроены. Вот. Поэтому, мне кажется, ну, нормально, вполне себе хороший форум. Очень сильно здесь представлена тематика глобального юга, действительно, поскольку форум проходит в Африке, поэтому мы видим среди участников большое количество коллег из африканских стран. Тут как бы красной линией проходит действительно тема того, чтобы страны глобального юга, люди страны глобального юга были как можно быстрее подключены к глобальной сети, к интернету. Безусловно, это вот прям номер один, тема номер один. Мы и в России этим занимаемся очень активно. У нас есть форум по управлению интернетом молодежный, который мы проводим уже 2 года подряд. И это абсолютно в тенденции, в повестке ООНовского форума. Здесь тоже очень мощный молодежный трек, по итогам которого каждый год на форуме проводится такой молодежный саммит. И, в принципе, там обсуждаются те же темы, что и на взрослом, на большом IGF. Очень важно молодежь вовлекать в тематику управления интернетом, поскольку, ну, будущее интернета, собственно, будущее планеты зависит от молодежи. Как бы добавить нечего. Я считаю, что молодежь должна быть активной, какой она есть сейчас. Вполне себе активной, и тематика управления интернетом только на первый взгляд кажется какой-то узкоспециальной, нишевой. Нет, это тематика, которая охватывает всех и каждого, потому что интернет сейчас, ну, это не пустое слово. Мы все, собственно, в нем живем, и молодежь особенно. Поэтому да, ребята, будьте активнее, участвуйте в управлении интернетом как на национальном уровне, так и на глобальном. Приезжайте на площадку, участвуйте в онлайне. Темы интересные, и, собственно, от вас зависит наше будущее.